А выше приоритеты, вот чтобы народ не понял, как его грабят с помощью ростовщичества, как его спаивают, наркотизируют, как его убивают в бандитских разборках, межнациональных конфликтах, на третьей полке оружие идеологическое. Вообще говоря, с точки зрения массового применения, самое точное определение – это фактологическое оружие, технологическое оружие. Но для понимания вот такого первоначального проще объяснить на примере идеологии.